Так, сейчас нам понадобится все ресурсы. Сейчас будет битва. Ну хватит то. Тэп? Хвала великой матери! Ты жива! Кто сказал? Ходили слухи, но не знал, можно ли им верить, пока не увидел. Так рад, что ты жива. И ты носишь тунику, которую я для тебя шил. Я польщен. А какие слухи ходили? Что тебя ранили. И ты при смерти. А потом высший матриарх Тирса настояла, чтобы тебя отнесли исцеляться в гору Великой Матери. Сколько было шуму. Туда ведь никому нельзя, кроме матриархов. Но ты заслужила честь. Выжившие рассказали всем, как ты за них сражалась. Там я не одна сражалась. Да. Они рассказали про Баста с Валой, да. Ираст, кто меня вырастил. Он спасал меня и погиб. О нем вроде бы не говорили, но я его помню. Он был с тобой, когда ты меня спасла. Я помню, он тогда заслонил тебя, когда мой отец стал кричать. Ведь его смерть не была напрасной, Элой. Он спас тебе жизнь. Мне надо за врата. Ты хоть представляешь себе, насколько там опасно? Мне нужно пройти. Тогда обратись к Рэшу, он на стене. Это наш новый вождь. Но я не уверен, что он поможет. Чем объятия так опасны? Убийцы еще там? Нет. Давно ушли. За ними отправилось войско. Но угодило в западню. У них какая-то власть над машинами, как зараза, которая заставляет повиноваться. И эти их машины теперь рыщут в объятиях? Да, они там есть. А за пределами дела обстоят гораздо хуже. Поверь мне, сейчас не время для путешествий. Почему Рэш не поможет? Ну, он говорит... всякое про тебя. Что я безродная шваль и изгой? В таком духе? Да. Я не рад, что его выбрали вождем, но Сона не вернулась из похода. Говорят, что она пошла по следу убийцы одна. Кто это Сона? Сона была вождем, но после сражения она пропала. Ты не видела ее в сердце матери? Высокая, худая, темнокожая, с белыми волосами. Ее дочь проходила инициацию и погибла. Вала ее дочь? Да, была. Хорошая. Это точно. Кто это Сона? А, черт, не помню. Ты не видел ее? Да. Это то. Почему у тебя лук и копье, Тэп? Ты же швец, а не воин. Наши воины все мертвы или ранены, Элой. Кто-то должен стоять в дозоре матери. Вот я и вызвался. Ничего, справлюсь. Мне главное, чтобы не пришлось идти по пути испытаний. Мне пора идти, Тэп. Храни тебя, богиня. Так, где он? Откройте врата. С какой стати я должен слушаться всяких изгоев?
Меня выбрали искателем. Открывайте! Тебя? Искателем? Тирса и Джеза ополоумели? Сперва допустили безродную до святого обряда, а потом даже притащили внутрь священной горы. Они навлекли на нас проклятие, и теперь наши дети в каменных курганах. У тебя что, сердца нет? Я сражалась рядом с ними, плечом к плечу, спина к спине, до самой смерти. Был бы среди них истинный Нора, всадил бы стрелу тебе в спину. Трэш, уймись. Молчать! Я ваш вождь. А я искатель воли высших матриархов. Открой врата, и я отсюда уйду. Чем быстрее ты уберешься, тем лучше. Что это? Тревога! Великая мать! Что он с ними делает? Подчиняет их. Оружие! Что за беду ты навлекла теперь, безродная? Убейте их! Убейте их всех! Сегодня мы сразимся с проклятием! Стена! Великая мать! Дай нам силы! Сейчас начнется. Вот он. В атаку! Осторожно! Бегуны спешились! Thank you.
второго отряда убийц на инициации была такая же тварь. Как же она управляет другими машинами? Показывай. Ну-ка. Ты их подчиняешь. Только как? Вот. Вот этой штукой. Она соединяется с визором. Так и я могу? Ну, попробуем. Если это прикрутить... Держится вроде. Проверим. Элой, как ты это сделала? Ты убила демона. Вырвала из него потроха. Я поняла, как он их себе подчиняет. Мне так кажется. Но нужно попробовать. Ну, на тропе, ведущей к вратам объятий, всегда много бегунов. Точно. Все равно я направляюсь к вратам. Мне надо найти Варла. Я всегда знал, что ты не такая, как все, но... Но что? Теперь, думаю, тебя послала богиня. Что бы Рэш ни болтал. Спасибо, Тэп. Мне пора в путь. Я знаю. Буду за тебя молиться. Воины! Так, нужно починить врата немедленно! Мне все равно, как вы это сделаете. Приступайте! За шумом дождя ничего не слышно. Нельзя плевать носом. Нужно бы взять телегу. Так, не сделать. Так, ну, люди, все. Что тогда, все, да? Ну, все, ладно. Нужно опробовать это устройство. Посмотрим, что оно умеет. Так, у меня 240 осколков. Так, боевой лук. Так, боеприпасы. 16-13, да?
Так, давай, короче. Высокоточного точно возьмем? Так, зашли хорошо, да? Так, понятно, да? О. О. Еще лучше. Так, ну ладно. Все, пошли. Я сохранюсь. А где робота? Нет, я приберегу. Бегуны. Можно опробовать на них перехватчик. Надо к ним подкрасться. Не хватало только, чтобы они меня затоптали с перепуга. Рискнем. Давай, давай. Сработало. Вот так. Вот на! Лучше, чем пешком. Надо опробовать перехватчик на других машинах. Не на всякую, наверное, можно залезть, но я найду их.
А, ничего себе. Так, где еще не будет? Убитый. А, где-то убили. А, вот. Давайте ближе! Ближе! Ты Варл, значит? Мне показалось? Или ты правда прибыла сюда верхом на бегуне? Ну, да. Это долго объяснять. Да уж я думаю... Чудные времена для тех, кто выжил. Я тебя узнал, конечно. Элой, ты победила на инициации. Рад видеть, что ты оправилась от ран. Тирса сказала, ты знаешь дорогу в Меридиан. В столицу Дома Солнца? А ты покидаешь нас? Я ловлю предателя Олина. Для этого матриархи назначили меня искателем. Иди на север, венец матери. Если дойдешь, спроси Марею, она подскажет. Если дойду. Путь будет опасный. Мы потеряли так много воинов. Земля без защиты, границы без охраны. А мы остались без вождя. А Трэша толку мало? Только потому, что Сона пропала. Я бы сам отправился на поиски, но она приказала мне защищать врата. Что я и делаю. Ты сказал, путь будет опасным. А что там такого? Всего не перечислить. Убийцы все еще здесь. И они заразили машины своим безумием. Да, я это видела. Еще бандиты. Разбойники, которые вторглись на наши земли. У них там лагерь в руинах, выше по течению. Надо пополнить запас стрел. Кто сказал, что я прошла инициацию? Я говорил с выжившими. Ты храбро сражалась. Вместе с Бастом. И моей сестрой. Вала твоя сестра? Мне очень жаль. Она хорошая. Я думала, мы с ней подружимся. Подружились бы. Спасибо. Она спасала других. Нет смерти достойнее.
Так убийцы устроили вам западню? Как? После первого нападения на племя, Сона повела войско по следу убийц. Но в гневном безумии часть воинов нарушили строй и рванули вперед. Прямо в ловушку. Большая стая бешеных машин, одержимых заразой, набросилась на воинов и растерзала их. Вождь Сона собрала людей и уничтожила стаю, но убийцы уже скрылись. А наши потери были огромные. Ты сказал, вождь Сона пропала? Даже несмотря на этот разгром, она не отступилась. Собрала добровольцев и продолжила погоню. Ты не вызвался? Да, вызвался. Но Сона меня не взяла. Она приказала мне отвезти раненых в объятия. И стеречь врата. Стеречь объятия. До последнего. С тех пор прошло несколько дней, и вестей нет. То есть никто не знает, жива она или нет? Если кто и мог там выжить, лишь она. О ней ходят легенды. Она несгибаемое копье, на которое мы равняемся. Не угонишься, наверное. Ах, ты даже не представляешь. Она моя мать. Мне пора идти. Элой, прежде чем ты отправишься в венец матери, может быть, ты попробуешь найти Сону? Племя очень в ней нуждается. Я бы сам пошел на поиски, но не могу. Она приказала мне ни на шаг не отступать от этих врат. Где ты ее оставил? Там, где на войско напали. Лесистая лощина напротив Жажды Беса, на этом берегу реки. Попробуй там найти ее след. Она погналась за теми, кто напал на нас. Вероломно убил наших родных. Кто пытался убить тебя? Я понимаю. И постараюсь. Так, чё? Что дальше? В объятиях. Мой мир стал больше. Так, ну чё, погнали. Наш первый большой путь, да? Ну чё такое? А, торговец. Надо в торговку-то сходить что-то. Эмбит. Уровень. Новый неактивный, да.
Охотничьи угодья. Варл сказал, на другом берегу есть хорошее место для охоты. Так. Так, продать. Так, вот это пусть надо. Комплект быстрого перемещения лечу. Так, купить. Ух ты. Нихера сюда. В смысле? Бесплатно? Чё? Охереть! Это всё бесплатно! Подожди-ка... Thank you.
Ух ты, ебать. Слушай, Стеган, ты защищаешь, я вообще не погоду, потому что все. Низко не слышно. Бронебойный банок. Можно его кархнуть. Пиздец, а. Всем пизда. Ебать. Так, что я хотел? Я хотел продать. Так, какой-то ничего, да? Закаточный лук. Так еще. Так, купить. Так, ну ладно. А хотя подожди, продать. Так, ну все. Теперь изготовление. А, нету. А где тут на поле? Ну все, всем пизда. Че, как-то так. Че, погнали. Мы купили знатно. Это человек. Он не из меня. Визор поймал какой-то сигнал. Надо его просканировать. Кто это? Тут опасно, девочка. Опасно для тебя, чужак. Это земля Нора. Да. Нарушение границы карается смертью. Тоже мне страшная кара, подумаешь. Видишь? Вот он умер и не жалуется. Кто это? Убийца. Вор-работорговец, только порочил честь приличных убийц. Варл сказал, на дорогах орудуют разбойники. Ну, рано радоваться. Они не всегда сами тебя находят. В основном просто разбивают лагерь и сидят там, как мухи на мясе.
Но можно пойти поискать их самим. Ты мне нравишься. Видишь дым по ту сторону руин? Встретимся там. Идет? Дым, да, где? Я модификации не поставил на лук. Во. Во, еще. А, тут не знаю. Чем оно? Они нас заметили. Сказал, вождь Сона отправилась в погоню за убийцей. Может попытаться найти ее? Так, что у нас тут активные... Искатель урод. Древний арсенал, да. Ну чё? Давай сначала кубочки сделаем. Thank you.
некоторые. Так, найдите применение, да? Тут что-то надо найти. Что здесь есть? Сюда, что ли? Интересно, что это? Видимо, сюда. Там что, вода? Блин, здесь не сдохну. Красный свет. Не пройти. Так. Я таких с самого детства не видела. Кажется, предтечи таким образом определяли время. Блин. И как быть? Блин, что делать-то? Нет, тут ничего нету. Классический тест. А это броня, что ли? Что это броня? Из эпохи предтечи. Но как до них добраться? Ебать, я хочу. Я хочу эти доспехи. Так, по тыдлу не войти. Но по тыдлу, видимо, можно. Охренеть. Ну, я хочу это. Я хочу это, блин. Как туда попасть? Тут не хватает топливных элементов. Для них нужны топливные элементы. Ага, есть. Остался еще один. Блин. А откуда добыть?
Буду. Идем. А как туда залезть? Куда дальше? Блин, что делать-то?